Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда сама, со своими детками, в самом магазине не снимала, было на самом деле некогда. Вот, но закупка у меня такая достаточно приличная, получилась на 15 тысяч рублей. Ну, цены сейчас, наверное, везде достаточно высокие. Чек, как всегда, будет в конце видео, и давайте покажу вам, что купила. Итак, вот такая закупка у меня получилась. Но давайте начнем вот отсюда. Во-первых, купила вот такой. Это мне кто-то из моих зрителей советовал. Вот такой наполнитель. Здесь даже с ароматом ванили, девочки. Наполнитель для туалета. Видите, он силикагель плюс что-то там. В общем, вот такие вот гранулы, что он типа очень хороший. Я взяла сразу большую упаковку, 8 литров. Попробуем. И да, у меня не ходят на улицу, девочки. У меня гуляют по улице, приходят домой. Лоточек, все замечательно. Как-то так, вот такие у меня коты. Они у меня слишком благородные и слишком домашние. Ладно, туалетная бумага, это как всегда. Еще вот такие салфетки. Очень, кстати, люблю вот эти салфетки. Постоянно их покупаю, большую пачку. Надолго хватает. И, слушайте, не нашла вот эту вот фольгу. Раньше мне очень нравилась вот эта Freaking Bok, по-моему, так она называлась. И еще как-то вот тоже была... фольга. В общем, нету никакой, была только лентовская. Лентовская фольга плохая, она очень тонкая. Я взяла вот такую прочную, Master Fresh. Что-то 99 рублей, по-моему, стоило. Ну ладно, 10 метров. Ну ладно, мне нормально, пойдет. Так, дальше у меня здесь взяла... В прошлом году я очень часто, прошлое лето, покупала вот это безалкогольное пиво. Боже, какое оно вкусное, девочки. Оно очень вкусное. Нам с мужем так нравится. Поэтому я тут набрала в жаркую погоду или, знаете, наработавшись в огороде. Я прям вообще с удовольствием. Прям вообще. Особенности мне нравится вот эта малина лайм. Очень вкусно. Видите, тут много набрала. Также у меня здесь картошка. Здесь, по-моему, 2,5 килограмма, честно, не помню. И... как всегда, всякие кошачьи штуки. Взяла еще вот такую попробовать с облепихой. Не знаю, конечно, как мои коты к этому отнесутся. Но думаю, ладно, побалую их, так сказать. И здесь куча у меня пакетов. Вот такие Пурина, это я взяла собакам. А вот эти Шеба, это у меня котам. Ну, какие по акции были, короче, такие взяла. Так, ну и давайте основная... покупка, значит, не было почему-то яиц отборных, были только С1 и С2, ну, я взяла С1, ладно, так уж и быть, вот, взяла также из мяса окорок свиной, я очень люблю, по 249 рублей, из окорока шашлык, он получается такой прям очень вкусный, поэтому здесь у меня 2 куска, то есть получилось на сколько килограмм, на 3 килограмма, ну, на 2 раза можно разделить, или если гости будут, то... все сразу сделаю. Также взяла фарш говяжий по 439 рублей. И вот это я взяла. Не было ни куриных желудков, ни куриных сердечек. Да и вообще куриными... ну, я стараюсь как-то разнообразное мяско давать, да. Понятное дело, я с ними фаршем поделюсь. Свинину я не даю. Вот. А купила сердце говяжье. Девчонкам, оно у меня сейчас разморозится, я его нарежу на кусочки и буду добавлять, допустим, чуть-чуть фарша и чуть-чуть сердца. То есть вот так вот, в сыром виде даю собак. Так, это у меня мальчишки взяли, как всегда. А я взяла еще, у меня, кстати, не закончились еще в морозилке запасы, вот эти вязанка молокуши. Молокуши, до этого у меня еще какие-то были. Сосисочки в тесте я очень... часто делаю в последнее время. В принципе, как и беляши, поэтому взяла еще и фарш. Также взяла вот такую колбаску. Папа может филейная на окрошку, на холодный борщ. Мы сейчас вообще очень часто едим окрошку. Конечно же, еще квас взяла, тоже покажу. Поэтому взяла такую колбаску. Так, еще вот такую мы взяли. Какая-то кронштадтская, праздничная. Не знаю, попробуем. Также пепперони на пиццу. Тоже тесто для пиццы я делаю сама. И с пепперониками тоже вкусно. Пепперони тоже можно замораживать. Я обычно половину, ну, чуть меньше половины оставляю на так поесть. А остальное замораживаю. И также очень вкусно пепперони добавлять в солянку, девочки. Вообще, получается, она же остренькая пепперони. Солянка получается обалденная. Так, вот такой сыр Гауда в нарезке.
И еще вот такой сырок я взяла. Вот. Тильзер. Я, кстати, сыр не замораживаю. Но хотя знаю, что можно, например, натереть, если какой-то по акции купили, и заморозить. Почему нет? Так, молочка. Молоком. И вот у меня тоже дети тут набрали мажитель, актуаль и вот такое чудо-коктейль. Хотя я сама им делаю с молоком какао. Но обычно я покупаю другое молоко вот в таких бутылках и делаю, ну, какао с молоком, да. Так как они взяли это, не стала уже брать другое молоко, чтобы не испортилось. Имунельки, сметанка 15%, вот такой виолу тоже на супчик или на что-нибудь. На супчик я часто добавляю сливочный. И увидела, кстати, вот такое масло. Первый раз такое масло вижу. Радость вкуса. Вкуснотеево масла почему-то в ленте нету. Почему? Я не знаю. Вот. Но решила, думаю, ладно, возьму попробовать вот такое. Наверное, тоже должно быть хорошее. Также здесь морковь по-корейски у меня и соусы. Томатный кетчуп, вот это кальвия черри, кстати, очень вкусный кетчуп. И сметанный майонез тоже взяла. Ну, конечно же, напитки. Очаковский квас, он был на акции, я его взяла, но он, кстати, вкусный. Две бутылки на окрошку и на... так попить. Вот, еще видела, раньше такого не видела я масло. Вот такое кубанское, любимое, нерафинированное, ароматное. В салатики, да, овощные добавлять. Должно быть вкусное кубанское. Вообще кубанское масло хорошее, насколько я знаю. Ну, обычное для жарки я взяла вот такое злато подсолнечное. Также здесь кока-кола. Правда, она по-другому называется. Ну, короче, кока-кола спрайт. И взяла здесь две баночки кукурузы, добавляю к овощным салатикам. И оливки вот такие взяла, что-то захотелось. Крупные, черные. Так, хлебобулочные изделия. Взяли вот такие булочки с мальчишками. Будем делать гамбургеры. Вот, 4 штучки как раз. 2 батона. Я беру по 2 батона, я часть батона сушу на котлетке. В основном горбушечки. Хлеб. И еще взяла гречу вот такую лентовскую. И фасоль. Красную. Фасоль с овощами тоже очень вкусно. И еще до кучи уже взяла вот эти макароны, спагетти. Так, дальше. Вкусности всякие, конечно же, набрали мальчишки у меня. Вот это взяла я, заварные пышечки. Они, кстати, очень вкусные, девочки, прям обалденные. Мы уже брали такие, они есть эклерчики замороженные, есть вот такие пышечки, есть еще какие-то. Увидите вот эти Яшкино. Обязательно попробуйте. У Яшкина, кстати, еще очень вкусные пряники. Имейте в виду. А я, кстати, пряники взяла. Да, вот. Я как раз и взяла вот эти пряники шоколадные Яшкина. Они не только шоколадные, там есть всякие разные. Это я уже хотела шоколадные. Они очень вкусные, вот эти Яшкина. Также взяли соломку сладкую, правда, почему-то. Хотя хотели соленую у меня мальчишки. Ну, ладно. Вот такие соленые колечки. Конфетки. И еще конфетки. Вот такие. И еще конфетки. Чупа-чупсы. Дальше вот такие леденцы. Взяли карамель. Карамелька со вкусом клубники и сливок. Дальше киткат. Они меня тоже его все время берут. Шоколадная начинка вот такие. И баунти. Баунти, кстати, я тоже обожаю. Очень мне нравится. Так с кофейком на террасе, с баунти. Прям вообще райская жизнь, да? Вот. И, конечно же, овощи, фрукты. Так, картошку я вам показала, да? Давайте овощи. Взяла вот эту вот капусту китайскую. У меня из зелени сейчас есть только укроп, лук и... как же он называется? Салатик такой... забыла такой салатик, но он такой остренький. Он у меня в теплице растет. Ну, в общем, я взяла еще китайскую капусту, потому что чисто из того салата такой он, такие меленькие листики. Забыла как. Руккола, вот. Но он такой остренький. Я его смешиваю рукколу вместе вот с таким. Получается вкусно. Еще добавляю кукурузу. Получается вообще обалденный салат. Так, взяла. Смотрите, какие огромные шампиньоны. Я люблю вот такие шампиньоны большие, потому что я их запекаю целиком. Целые я как-то показывала давно на канале, как я делаю вот такие целиком шапочки в духовке с сыром. Вкусно очень. Так, лук. Эконом, кстати, лука не было. Новый урожай, но он весь такой мелкий, девочки. Смотрите. Вот. Ну, с одной стороны, это хорошо, конечно.
Взяла одну там. Ну, салатик покрошу. Как-то так. Так, из овощей у меня еще помидоры. Кстати, помидоры хорошие. Прямо пахнут помидорчиками. Вот такие сливовидные по 119 рублей. И огурцы. Огурцы вообще обалденные, кстати. Смотрите, они такие вот миленькие, пупырчатые. По 89 рублей. Я сразу взяла много. И салаты, и на все. У меня еще, соответственно, в парнике все еще пока живет, но плоды не дает. Яблоки. Вот такие эконом, кстати, очень... Они обычно, вот эти эконом-яблоки, они кислые, но очень такие ароматные. Вот, но кисленькие. Вот такие сладко-кислые, я бы сказала, по 89 рублей. Из яблок у меня еще вот такие. Это у меня сын младший взял, он любит у меня зеленые яблоки. Хотя не всегда их съедает в итоге. Вот. Также взяла абрикосы по 179 рублей. Конечно же, взяла еще нектарины по 199 рублей. Персики тоже по 199 рублей. И черешня. Но черешня, конечно, мелковатая. 349 рублей. Но видите, вон она какая. И там реально надо было выбирать, ковыряться. Видите, какой пакет. Она такая мятая есть. Но главное, чтобы была вкусная, правильно? И еще тоже младший сынок у меня взял вот такой виноград зеленый. У меня тоже его очень любят. Вот. Вот и все мои покупки, девочки, вот и все 15 тысяч. Но я бы сказала, что до Нового года за вот это все я бы отдала 1010. А после Нового года 1012, сейчас 15. Ну, как-то так. Вот. Жизнь дорогая и красивая. Ладно, давайте покажу чек. И еще забыла показать, я просто пришла, я сразу сунула в морозилку, взяла еще пельмени, вот такие. И первый раз такие беру, ну, надо все пробовать, да, поэтому взяла. И вот такие вареники «Сытый папа». Вот, эти вареники, они очень вкусные, у них еще бывает с грибами, с картошкой и грибами, они вообще обалденные, как с белыми грибочками. Увидите, вот этот «Сытый папа», обязательно попробуйте у них вареника. С творогом я не пробовала, вот.